Вот мы идем на автопилоте, который я сделал прошлой зимой. Вот его компьютер. Это Raspberry Pi, модифицированный с таблицей и с табло, то есть и с контроллером мотора. Питается вот отсюда, от солнечных батарей. И там стоит мотор, вот, который двигает штурвал через ремень. Мотор в футляре, который сделан на 3D принтере. Мотор сам для дворников машины, чтобы снимать дождь. Вот. Все остальные детали сделаны на 3D принтере. Тут колесико белое видно со шестернями. Вот. И провод там идет. Где нам? Да. Там провод идет. Гена. Да. Опа. Да.